Итак, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала, с вами я, Андрей. Я закончил трансляцию, делаю для вас запись этой игры замечательно. Меня попросил подписчик сделать обзор на эту игру. Получай на эту игру обзор, мой хороший друг. Это настройки. То есть здесь ты, я не знаю, здесь ты поймешь, не поймешь. Вот. Типа, можно так поставить, можно русский сделать. Вот. Руль. Там, допустим, наклоны, руль, кнопки. Ну, наклон, руль, все такое. Вот. Графика. Низкая, средняя, высокая. Давай поставим на высокую. То есть, меняйте тут, смотрите. Вот графика. Низкая, средняя, высокая. Текстуры средние, высокие. Вот текстуры высокие, ставьте высокие. Управление, вот как я и говорил ранее, кнопками, руль, наклон. Вот это что, я даже не знаю. Язык русский, всегда ставьте. Сейчас я подниму свою камеру. Так, звук. Звук на всю. Разрешение 50, 70, вот 100 можно поставить. Даже 100. Вот. Цветокоррекция. Ну, обычно, пусть, да, стоит обычно. Вот. Это были настройки с вами. Гараж. Покажу сейчас гараж. Вот, сейчас я пущу. Вот, смотрите, вот первый автомобиль. Самый маленький. Накапливайте вот столько денег. Потом еще вам вдобавок идет такая машина. А, это уже покупная. Я что-то это... Вот, на такую машину у меня нету денег. Вот. Покупать надо. Вот. Вот такая машина. ЗИЛ или ГАЗ-ка, я в этих машинах не понимаю. Вот. Вот такую можно выбрать, купить. Не хватает денег. Ну, понятное дело, и надо покупать. Надо копить. Вот. Все, опять вернулись к этому. Это я тоже не знаю, что это машина. Тоже. Ну, короче, вот эту машину я не знаю, что это такое. Это вот на чем я ездил сейчас. Это. Вот на чем можно тоже ездить. Это тоже такая же, на чем можно ездить. И это тоже на чем можно ездить. Это я опять же сюда произошел нечаянно. Ник. Гироскутер. Можно любой ник поставить, все, что захотите. Это плюсики. Сколько денег. То есть, понимаете, сколько денег можно заработать. Так, это не мешай мне. Вот. Вход можно через гараж сделать. Ой, через ВК, точнее. Но мне сейчас это не надо. Да, господи. Ну ладно, сделаем через ВК. И получается вот такая вот фигня. То есть подписывайтесь на их группу. Играть. Нажимайте играть. Название комнаты, карты, игроки. То есть вот, смотрите, все. Вот, вся тут название, смотрите. Го ко мне, у меня стоим на... Вот, Андрей Ханин, видите? Это я вот создавал. 9 и 10 человек, тут разница, видите? Тут могут 10 и 10 человек сидеть, могут там, вот, смотрите, 10 и 10. Короче, вообще классно это, но пойдемте ко мне сейчас на мой вот этот вот... Вот где я создавал. Вот, пойдемте. Сейчас я вам покажу. Так, подождите, это не папа пошел? Нет. Все, окей, можно идти. Нет, что-то она меня не пускает, ладно. Пойдемте тогда. Вот сюда, что ли? Или сюда? Вот. Как сюда, что ли? Можно...
Блин, задолбали эти. Ну ладно, пофиг. Я для вас сделаю видосик. Извиняюсь, что так низко и без света. Вот сюда нажимаете, вот видите. Приложение YouTube Gaming, ну это пофиг, ладно. А, вот, как я уже брал груз, да, вот. На примере, сейчас я вам покажу. И буду заканчивать. Вот видите, высокая графика можно поставить. То есть солнечно будет. Что такое? Мне даже, по-моему, эта графика нравится. Вот. Потому что солнечно, все такое. Но сейчас, правда, лагает. Ладно. Это ничего страшного. Здесь я сразу покажу, пока не отъехали. Кнопки. Вправо колесики, влево колесики. Ручник, микрофон, как я и ранее говорил. Сюда нажимаете. Алло, 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 ула. Помоги, я застоял. Что такое? Поехали. Вот. Вот, допустим, представим, мы взяли груз туда. Съездили, да? Взяли груз. Теперь надо вот сюда вот ехать, смотрите. Вот взяли груз, допустим, да? Едете. Сейчас покажу, блин. Это у меня из-за графики. Туда, едете туда, берете груз. Ой, ну да. Берете груз туда, это отвозить эти деревья. Только деревья, не знаю куда. Отвозить либо в ту сторону, либо куда-то там еще. Ну, короче, в общем... Классная игра, давайте я сейчас до заправки доеду и буду заканчивать. Вот. Нормальная такая игра. Вот сюда вот едете. Вот, поворот. Сдаете груз. То есть, классная игра. Классная игра. Вот. Вообще, ТАСС отличная. Игруха даже. Вот. Смотрите, что я сейчас покажу. Вот сюда. Вот сюда сейчас покажу. Вот сюда берете, подъезжаете. Берете груз вот так вот. Тут будет написано, сдаете груз. Вы нажимаете, да, поменять. Вам вылетает реклама, но вы ее отключаете. И у вас остается столько много денег. Это заправка. Вот. То есть мы как с вами заправились. Все, видите. Можем дальше ездить. Можем друзьям помочь. Можем еще кому-то помочь. Можем там еще кому-то. Но как... вот такая вот обзорность этой игры. Всем спасибо за внимание, кто меня смотрел, кто мне что писал, предлагал. Всем спасибо за просмотр. Ну, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Андрей Ханин. Всем удачи. Всем пока. Также не знаю, завтра стрим будет, не будет, но это я вам напишу, скажу. Вот. Короче, игра это классная. Вот. Скачивайте, не пожалеете. Ну, по ходу дела, вы там как скачаете, вы мне пишите насчет этой игры. Вот. Как скачаете, ну и все. Будет у вас все окей. Скачивайте, все. Ладно, что-то я заболтался. Ладно, всем удачи, всем пока. Завтра стрим будет тоже так же. Не знаю, правда, во сколько, как я и говорил. Все, всем удачи, всем пока.